Всем привет! Вы на канале Хобби Кицуне. И сегодня я отправилась на мастер-класс в Народную художественную галерею. Народная картинная галерея открыта на территории поселка Солнечный в 1980 году, как раз к 200-летию со дня рождения Венецианова. В картинной галерее находится 170 произведений живописи, 14 скульптур, 20 листов графики и 24 плаката. Практически ежемесячно проводятся персональные выставки художников. По сей день галерея постоянно пополняет новыми произведениями современных художников-реалистов. Мастер-класс проводил Комкин Сергей Валентинович. Его работы всегда разные, не только по своей сути или исполнению, но и по жанрам и стилям. Пластическая графика. Так Комкин называет жанр, в котором он работает в последние годы. Это слияние рельефа, графики, пластики и вдохновения, идущие из глубины, от самого сердца. Без сердца не может быть настоящего искусства, признался Комкин. Сейчас вы на видео можете увидеть его работы. Дизайн этих деревянных игрушек разработал Сергей Валентинович. И на мастер-классе мы разукрашивали такие же деревянные игрушки. Этот мастер-класс больше подходит для младших школьников и их родителей. Но я тоже с большим удовольствием погрузилась в разукрашивание своего чудесного слоника. Сначала нам раздавали краски. Пришлось немного подождать. Потом мне пришлось немного подождать для себя свободного места. Ну а потом я с удовольствием погрузилась в релакс, и мой слоник получился в стиле романтик. Хочу сказать, мастер-класс был совершенно бесплатный. И весь материал нам предоставили. Такие мероприятия довольно часто проходят на базе галереи. На мой взгляд, это замечательный способ провести интересное время со своими друзьями или родителями, где вы можете дать волю своей фантазии. Всем пока! С вами была ваша Кицуне.